Это Пятигорская фармакадемия разработала. Делаем скидочки сегодня. Можно я сяду? Да, можно, можно. Да, Геннадий Петрович. Наверное, надоело. Извините, что я сижу, но чтоб у нас кадры мы были с вами. Ну да. Доброго здоровья, в первую очередь. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Чем вы, будем говорить, торгуете? У нас фитокомплексы. Фитокомплексы. Да, фитокомплексы. Экстраты из трав. Все натуральное, без красителей. Экстракт на чем? На спирте? Это... Нет, это у нас водные, да, водные экстраты. Водные. Да, конечно. Входит и сорбит, и сорбат калия сюда. А вот это что такое вот за препарат? Это препарат называется Юглон. Юглон? Да, почему? Это вообще черный орех. Почему он называется Юглоном? Потому что вот юглоновые вещества находятся в черном орехе. Черный орех – это как грецкий орех, только больше растений, больше плодов. А что делает юглон? Юглон в первую очередь является антипаразитарным, является, дальше снимает воспалительные процессы, противоопухолевыми свойствами он обладает. И также он является, вот этот препарат, противоопухолевым. Противоопухолевым, да, это потому что он, да, скорее всего, хорошо работает против грибков разного рода. Да, грибки обязательно, в первую очередь, конечно, то же самое. А именно вот вырабатывается черный орех из кожуры или из чего? Из какой, да, части черного ореха? Да, он изготавливается из кожуры, когда он находится в молоченном, таком незрелом виде. Она когда зеленая? Из кожуры, да, когда только зеленая, то есть молочная называется. Молочная, да, спелости. Да, спелости. А что за раствор? Это спиртовый, водный? Водный раствор. Вот. Я уже повторяла, говорила, что там сорбит, сорбат находится, и вода очищенная, лимонная кислота. Так, а это что такое у нас? Это веноспас для вен. Препарат для вен. Сюда входит конский каштан. Сюда входит сапора японская. Виноград культурный входит сюда. Тот же входит у нас черный орех. Косточки или там как сами виноградные? Косточки. Косточки, да, косточки виноградные. Что он делает? Значит, тоже снимает воспаление, усталость ног убирается, тромбофлебита лечит, геморрой лечит. Да, вот такой вот препарат. Также у нас есть препарат, какой бы рассказать, вот миртобиотик, вот природный антибиотик, уникальный, да, природный антибиотик, вирусы грибы, стафилококки, лептококки, значит, бронхолегочные заболевания, при гриппе хорошо, не нужно, значит, идти и употреблять химические препараты, а можно обойтись вот такими натуральными средствами. А что у вас, вот кто за бутылочки? Это с области народной медицины уже бутылочки. А именно? А, я, да, думаю, это будут гвоздёв программы. Да, это сафора японская. Сафора японская, да. Это лечит сосуды. Ага. Про мирт могу сказать. Вот, пожалуйста, мирт. Мирт. Что такое мирт? Мирт – это растение. Вечно это зеленое растение. Вечно зеленое, маленькое, хвойное, капризное такое растение. Душистое. Но настолько оно полезное – это природный антибиотик. То же самое – вирусы, грибы, ОРЗ, ОРВИ, лоры, заболевания. Это спиртовое же. Поскольку, да, надо применять? По одной чайной ложечке 3 раза. Начался грипп или какой-то ОРЗ, ОРВИ. Я его просто, его обожаю, этот мир. Осенний, да, пожалуйста. Да, да, да. Ясно. То есть, да, используя вот эти вот средства, которые здесь имеются, они сделаны на растительной основе. В первую очередь, это водные спиртовые вытяжки, да, которые широко и давно использовались и в народной медицине, и в официальной медицине. Можно решить огромное количество проблем, связанных и с простудами, связанных с различного рода воспалениями, сердцем и сосудами. Да. Что бы вы еще добавили? Где вас можно найти? Ой. Чтобы еще заказать продукцию. Заказать продукцию. У нас есть сайт, который мы рекомендуем. Даем цветную, да?
вот такие у нас рекламные листочки, где цветная находится. А вот она. Здесь у нас есть вот такой рекламный листочек, где, да, где кратенько расписано про каждый наш препарат. Вот такой вот, пожалуйста. С адресом, с сайтом, пожалуйста. Да. Да. Можно по почте, да, высылаем, посылторг у нас работает. Вообще у нас предприятие, вот завод такой, посмотрите, как завод работает, цивилизованно, новые инновационные технологии используются. А вот где расположен завод? В Майкопском районе. Майкопский район. Да, это Адыгея, Майкопский район, находится вот наш завод. А сколько на предприятии работает? Работает уже на предприятии. Предприятие давно уже работает, мне 5 лет уже на рынке. Да, очень хороший опыт. Ну, где-то человек, может быть, 60-70, много. О, большой завод. И очень востребованные наши вот препараты. Очень хорошие результаты и отзывы. И еще, а сырье где вы берете? Сырье у нас собственное. На собственных плантациях, в экологических чистых местах. Вот, посмотрите. Да. Очень важно подчеркнуть, что одно дело, если... Откуда-то сырье берется, и, ну, говорит, не уверены, какого она качества. Здесь же то вы можете отвечать за свой продукт. Обязательно. Вот обязательно. То есть от выращивания до готового препарата. Да, обязательно. То есть идет полностью контроль. Линейка. Все вы знаете, и вам не стыдно, не за ним. Абсолютно. Мы отвечаем за каждое свое слово. И вот так вот и надо, чтобы от самого, говорит, от плантации до упаковки.